Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Они всегда стремятся действовать. Они добросовестные и исполнительные работники, прекрасно ладят с окружающими. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнера, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Способность растворяться без остатка в объекте своего поклонения – это их сила и слабость одновременно. Ради любви они готовы на все. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. У носителей этого имени сильно развито чувство долга. Они испытывают наслаждение, когда доставляют положительные эмоции другим людям. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.